Плюшевые медвежата поют про Ярославль. Ролик из Рыбинска набирает особую популярность в интернете, где игрушечные мишки с гитарами в лапах сидят на берегу реки и поют песню о красоте Ярославля. Автором идеи стал рыбинский гитарист Вячеслав Михайлов. Сочиняют песни вместе с сыном, пишут музыку, затем покупают игрушки и вкладывают в плюшевых зверят механизм, воспроизводящий мелодии. Замечу, рыбинские медвежата стали популярны и за пределами области. Предлагаю их послушать.